На базе лицея номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска состоялся семинар с учащимися 11 классов школ на тему «Путешествия в страну ЖКХ». Главным спикером семинара выступил главный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов. Он, в свою очередь, подготовил для детей весь необходимый материал и рассказал о деталях этой сферы. Вы то поколение, которое уже на шаг или на полшага, скажем, делаете движение вперед во взрослую жизнь. Пройдет 3-4 года, кто-то из вас будет уже специализированным специалистом. В ходе семинара детям объяснили, что такое ЖКХ, а Касьянов ответил на все интересующие вопросы ребят. Он пояснил, чтобы в каждом жилом помещении было тепло, светло, а во дворе и подъездах чисто и уютно. Граждане и юридические лица, которые пользуются ЖКХ, обязуются ежемесячно оплачивать их в полном объеме. Кроме того, в заседании принял участие председатель собрания депутатов города Абдуллахид Джаватов. Большим удовольствием я принял предложение Сергея Владимировича Касьянова принять участие во встрече с вами. Я очень рад вас видеть. Я знаю вашу директорскую, Алину Герметовну. Это наш партийный соратник, это партия «Единая Россия», это член президиума, секретаря партии «Единая Россия» города Каспийск. И очень отрадно то, что в этой школе проходят вот такого уровня встречи. Завершилось мероприятие лекции о важности сохранения порядка в городе.